Пишу тебе не за столом, не в доме, не в землянке, а за расщепленным стволом на взрыхленной полянке. Когда подсядешь ты к окну или к лампе перед светом, ты сразу карточку одну найдешь в конверте этом. На ней одних с тобою лет изображен мальчишка. Твой папа жив, а Мишкин нет. Зовут мальчишку Мишка. Я не служил с его отцом и не стоял с ним рядом. Он под Ростовом был бойцом, а я под Ленинградом. Но знал он, как и твой отец, что за рекою Плюсы живет веселый сорванец, его мальчишка, Рус. А как-то раз в недобрый час он прочитал в газете, что потеснили немцы нас, в места ворвавшись эти. Всю ночь курил он в блиндаже, пока не встала зорька, и было на его душе, должно быть, очень горько. Я шел во мгле, в дыму, во тьме, но помнил даже в схватке, что где-то на большой земле ты спишь в своей кроватке, а Мишкин папа пулей в грудь убит в начале мая. «Найдите Мишку где-нибудь», — шептал он, умирая. И вот, за Плюс укончив бой, пишу тебе, сынишка, что очень скоро к нам домой приедет мальчик Мишка. Он навсегда приедет к нам, ты братом стань для Мишки. Вы все делите пополам, карандаши и книжки. Желаю жить вам, не тужить, флоты пускать по лужам. Не драться, чур, а так дружить, как мы, солдаты, дружим.